Делаются это березки наши российские. Затрелись вот такие дырочки. Это вот прошлый год дырочки были, позапрошлый год дырочки были засверлены. И вот это вот сейчас палочка такая втыкается желобком. И вот вся штука течет. Сачок березовый. Мы их сейчас только что опорожнили, они были почти полные. Ну, губки там всякие сидят, падают с великой избирательностью, дабы вкус был приятный. Вот, там поменьше баночки стоят чуть-чуть. Эти березы поменьше идет сока, поэтому здесь баночки поменьше. Вставляешь опору, ну, кстати, ухватить, поправить. Так, ветерком, наверное, сдуло. Ну, сука, это так работает и так собирается сок. Видно, дырочки вон засверленные. Дерево, потом дырочка затыкается землей и до следующего года. Да. Ну, теперь будет народ знать, как собирается березовый сок.